Экзаменам у студентов выпускных курсов быть. Это решение президента. Вадим Красносельский отметил, право на получение диплома надо доказать. Поводом послужило коллективное обращение некоторых студентов об отмене итоговой аттестации. Отменить экзамены – мечта. С такой инициативой некоторые студенты и выступили. Предлагают выставить оценки как школьникам, без итоговой аттестации. Накануне президент Красносельский написал в своем телеграм-канале: «Выпускных экзаменов не избежать». Как можно выдать официальный документ о присвоении статуса специалиста в той или иной сфере, не проверив уровень подготовленности? Ведь эти люди будут потом строить дома, лечить, воспитывать и обучать детей. Кто будет нести ответственность за их профессионализм, квалификацию? Право на получение диплома надо отстоять, доказать, а это возможно только при серьезной экзаменации. Евгений – студент 4 курса. Сейчас пишет диплом и готовится к экзаменам. Говорит, теперь это непросто. Это же вечное желание студента избежать какой-то нагрузки. Но я и постоянно, как только поступил в ВУЗ, ребятам своим говорил, что к экзамену нужно относиться просто не как к чему-то страшному. Это же лишний повод доказать на практике то, насколько ты крут, насколько ты освоил материал. Выпускной государственный экзамен, он является таким комплексным, где включены вопросы, касающиеся и теоретической, и практической подготовки. И он является неким итогом, который позволяет при подготовке студенту сконцентрироваться. Что важно, президент отметил, заболеваемость среди студентов низкая. По статистике, даже в пик третьей волны менее 1%. Так что летнюю сессию отменять не будут. В каком формате пройдут экзамены, пока вопрос. Ответ уже скоро.